Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Ford Focus 2009 года выпуска. Двигатель 1.6 автомат, передний привод. Пробег на автомобиле 140 тысяч километров. Нужно проверить износ задних тормозных колодок. Колодки здесь стоят барабанные. Заказали, к сожалению, дисковые, но промахнулись. Раз уж заказали колодки, тогда будем проверять. Есть два способа. Поднимаю автомобиль, снимаю колесо и смотрим. Поднял автомобиль, снял колесо, снимаю вот эту шайбу запорную. Пробрызгаю ВД-шкой. Пусть немножко покиснет. Также пойду в вторую сторону, пока пробрызгаю. А потом со второй стороны тоже снимем, посмотрим. Болтик на 8. Нет, выработки нет, это просто на торце грязь, коррозия набилась, за счет этого колодка плохо шла. Ну что, износ колодок, конечно, есть. На обоих цилиндриках слетели пыльники. Но колодки еще ходить могут. Поэтому... А лучше в случае, наверное, взять их и заменить. Все-таки 140 тысяч, колодки еще не менялись. Закажем колодки, придут, и мы их заменим. Пыльники я одену. Так, начну с дальнего. Так,
Так, а лучше всего, наверное, я сначала продую подпыльниками. Сзаду одеваю и здесь уже натягиваю. Точно так же здесь заднюю накидываю. Почищу посадочное. Смазываю ступицу. Все, одеваю на место. Одеваю на место шайбу. И иду на вторую сторону. Тоже проверим. Картина точно такая же. Ну вот я показал один из вариантов, как проверить колодки. Но при этом мы проверяем не только колодки, но и состояние механизма, а также почему-то на обоих цилиндриках соскочили пыльники. Можно предположить, что из-за износа колодки ход поршенька увеличился и пыльник стянуло. Ну, пыльник должен рассчитанный быть на длину выхода поршенька, чтобы пыльник не слетал, но он слетает. Также продуваю и ставлю на место пыльники. Второй вариант проверить износ колодок. Вот если видите, есть вот резиновая заглушка спереди, как раз на переднюю колодку. Она снимается снаружи, вот такая штучка. И через это окошко видно у нас толщину накладки. Поэтому можно либо из ямы, либо на подъемнике, не снимая даже колеса, выковырить эту заглушку, и мы увидим состояние накладки. Сейчас я здесь соберу, продую, одену пыльники и снизу через окошко подсвечу фонариком, посмотрим, как это выглядит. Колодки есть, но колодки дисковые, не барабанные, поэтому сейчас сразу заменить их не заменю. Будет потом отдельно у нас встреча по замене колодок.
пыльник. Один и второй одел. И как видно, длины у него хватает, чтобы они не слетали. Вот я их одел, и они держатся. Что пошло не так, почему они слетели, вот это уже вопрос. Теперь посмотрим. Так, не знаю, получится, не получится показать. А показать не получится. Здесь надо смотреть через зеркальце. Да, вот через зеркальце видно. Видно толщину накладки. Вот сама колодка и толщина накладки. Под таким углом. Так что, то, что я сказал из ямы, посмотреть из подъемника не получится. Нужно колесо снимать и смотреть. Ну все, ставлю на место колесо. На этом проверку задних колодок я закончил. То, что я снял, это хорошо. Отдел пыльники на место. Смазал посадочное. При следующем съеме уже этих проблем со снятием не будет. Выработки на барабане нету. Только заменить колодки. Всего вам доброго.